В этот вечер площадь Петра пестрила спортивной атрибутикой. Уже несколько месяцев болельщики хоккейного клуба активно борются за его существование. Но несмотря на все обращения, письма и акции, Липецк покинул ВХЛ. Это и стало причиной митинга в поддержку профессионального спорта в целом. Претензий к власти у болельщиков предостаточно. Программа, даже нечастных, не хватает на волейбол, вот идет бумажек. И на футбол тоже самое, перестали люди ходить. Организация плохая, игроки бегут, волейболистов всех распродали. С каждым годом, ну вот если брать отчет, да, со сноса юбилейного, у нас все ниже и ниже команды участвуют, то есть дивизионом. Ниже с каждым годом тоже футбольный клуб «Металлург», вот сейчас хоккейный клуб «Липецк» вовсе прекратит существование. Эти претензии звучали и в адрес Владимира Дементьева. Он занимает пост начальника управления физкультуры и спорта уже с 98-го. Антон Курочкин на митинге представлял городскую власть. И их позиция не отличается новизной. Денег в бюджете на спорт высших достижений нет. Чиновники прикрываются словами о поддержке детского спорта. Мы эти деньги перенаправим. И на эти деньги организуем спортивные школы в других районах нашей области. Кто позволит вице-мэру перенаправлять деньги городского бюджета в районы области, Антон Курочкин не пояснил. Но его посыл все поняли. Или развитие детского спорта, или успешные выступления профессионалов. Причем бюджета все равно не хватит. Надо привлекать инвесторов. Профессиональный спорт нужен для детей, для того, чтобы детям было куда стремиться. Для детей должны быть кумиры, которых они должны видеть, на которых они должны равняться. К общему знаменателю в итоге так и не пришли. А когда болельщики решили зачитать резолюцию, чиновники молча ушли с площади.